Итак, требуется жертва для высшего блага. Пришло время умереть. Снова. А вы знаете, что произошло? Да. А я упал. У меня закончилась касцена, и я упал. Я просто сначала... Заходим, заходим, поехали. Смотрел на наших новых соседей. О, вот он. О. Ой, он неприятный. А нету, да? А, я просто умер. Ой, я тоже. Там волна была. Я не увидел волну. Ладно, я прожму стояк. А пулемета-то нету. Пулемета нет? Нету. Ой, это что-то жопка. Подними меня, пожалуйста. Сейчас. Поднимаю. Ага. Там по низу пошла волна еще. Нет, слушай, ладно. Вот это жестко. Ну, просрали так просрали, ничего страшного. Ну, я поднимусь. А, ладно. Может, еще успеешь. А надо? Надо. Ну, хотя... Может быть, Анадырь. Может быть, Анадырь. Как будто бы мы не убиваем его, да? Угу. Опять меня... Я не успеваю среагировать. Вот эти штуки кидает. Я не успеваю... Эти штуки пофигу. Я не успеваю на волну от среагировать. От них волны идут. От них? Ну ладно, давайте гивапаем. Ну что поделать? Не смогли, не справились. Хотя бы посмотрели уже на такую страшную штуку. И, если честно, это прям жестко. Жестко, что шотает. Если бы хотя бы на донышке оставалось ХП, шансы были бы. А поскольку шотает, это жопа. По-моему, их двое. Да, они расширяются, они увеличиваются. Ну вот я на том берегу видел соседей. А я этих я еще не видел. Берегу. А мы как раз таки этих видели. А я на том берегу. Я вот этих не видела. Ой, что-то, короче, это... Осаждают тут вокруг, это плохо. Ладно, возвращаемся домой. Но мы, между прочим... Мы первые. Да, конечно. Тапки наши. Угу. Более того, мы засняли, что мы были первыми. Да. Угу. Так, электрическая печка. Взяли вот это. И, по идее, да, смелтинг у меня таск комплитнулся. Хорошо. Дома у себя тоже не могу с ним... Вот реагировать, а вот взять и поймать кота. Вот так я предлагаю еще реагировать. Еще одного? Да, еще одного. А потом еще одного и еще одного. Season goal комплит какой-то. А за что? Да, слушай, получить девианта с рейтингом 2. Есть такое. Неплохо. Сезон голый, это очень хорошо. Это только в плюс. Ой, давай его мужика сразу квест возьми. Да, есть, дядька. Будем ли зачитывать? Давайте так. В принципе, я каждый раз зачитываю про девианта. Сюжет именно зачитывать. Здесь он что рассказывает? Он рассказывает про какое-то поистине ужасающее отклонение. Сталкивался я всего лишь единожды. Выходит далеко за рамки большинства девиантов способностей его. Что произошло? Так, наемники, которых он нанял поймать этого девианта, не вернулись, и неизвестно, какой ужасный конец они встретили. Но теперь, когда появились мы, собственно, на нас рассчитывают. Угу. Так, необходимо преследовать и, собственно, выследить нужно этого девианта. Убедиться, что готовы к борьбе с отклонениями, потому что могут возникнуть проблемы. Блин, тут есть мини-альпачка. Мини-альпачка? Сзади и дракон. Ой, у Клэр две миссии, да? Да, я обе зачитал. Так, мы встретились снова. Рада тебя видеть. Ты пришла сразиться с безмолвным зверем? А что за безмолвный зверь? А, так ты не знаешь? Что-то прокралось сюда, в самое сердце поселения. Местные начали называть его безмолвный зверь. Страшный трансцендент. А мэр что-нибудь сделал?
О, это совсем другая история. Он делает вид, что все в порядке. А ты можешь спросить, конечно же, у него, но он попытается все это свести в шутку. Предрассудком. Так, новая работа есть ли? Хочешь работу? Пока зарплата хорошая, я всегда нахожу время. Так, в этом регионе можно найти что-то интересное. Расположение... Кидаю тебе на карту. Что нужно найти? Рецепты лекарств? Или что-то еще? На самом деле, это дом престарелых. Там в любом случае можно что-то найти. Я пытаюсь больше понять, как люди обращались к стариками. Так, и вот здесь какое-то задание. Адрес? А можешь меня призывать, что там телепортов нет рядом хороших? WhatsApp. А ты не можешь сюда телепортироваться к нам? Нет, я там не открывал. Да? Тогда призовем, конечно. Сейчас. А я слышала, что все майские жуки — металюди. А металюди устойчивы к инфекции звездной пыли. Двое из моих... соратников недавно заразились звездной пылью во время патруля. Я должна позаботиться о них, пока они не мутировали. Это ужасно. Мои люди знают местность, когда приближается заражение звездной пыли. Но источник не мог же появиться случайно. Я не понимаю, что происходит, но я не хочу посылать рисковать кого-нибудь еще. О, какие у нее прям эти. Как будто она стесняшка какая-то. Я бы хотел, чтобы ты провел там расследование. Хорошо, я сообщу, когда что-то найду. Я не могу отблагодарить тебя, но я помечу карту. Ага, хорошо. Так, этого мужика мы видели. Тут еще есть какой-то квестец. Надо его взять. Призвался? Угу. У тебя не было города? Нет. Теперь у тебя есть город? Город. Где тут телепорт? А хороший вопрос. Я тебя рядом с ним призвала, так. Нет? Угу. Спасибо. У меня сегодня очаровательный случай был, когда я дошел до телепорта, посмотрел на него, развернулся и ушел. Искать его. Так, я не вижу что-то задание. Это задание показывается в 80 метрах, но что-то не вижу. Еще поговорить с Мэри нужно по основному заданию. Машка. Где же Машка-то? А, на другую сторону. Я только что у нее был. Бегу. Пытаюсь, во всяком случае. Вот она, Машка. Расследование. Я ожидал, что ты придешь сюда после Железной реки. У меня есть вопросы. У меня есть новость, вернее. Я проследил за следами из бункера. И угадай, что... Нашла секретную тюрьму, угадай, что там нашла. Что это за человек, которого ты искала? Мой старый коллега, старый научный сотрудник, который работал в Розетте. Он оставил их, как Виктор Хаммет. Теперь его обвиняют в пособничестве врагу. Где его держат? В индустриальном парке, который Розетта превратила в импровизированную тюрьму. Когда ты доберешься туда, иди к зданию центрального склада. Там и держат моего соратника. Так, хорошо. И еще один квестец... Странный дом какой-то. Тут еще поговорите. Тут. Где тут? С кем? Желтый квест тоже здесь. Возьмите его. Цель, он тоже рядом. Ага, тоже есть. Потом к мужику, потому что потом вы сюда не залезете.
Нифига себе, 100 метров бежать до желтого квеста. Как-то плохо отображаются здесь квесты. Это грустно. Говорит, с мэром потом еще раз. Клэр или как ее там? Угу. Которая торговец. Которая путешествует вместе с нами. Угу. Как и все поселения. Ага, что ты хочешь? Я хочу спросить о безмолвном звере. Послушай, да его не существует. Все это чушь, понятненько? Какое-то существо сюда вломилось, ну, что-то вроде быка. Все звучит не так. Тем не менее, звучит так, как нужно расследовать. Ой, да ладно, просто расслабься, не парься. Но мы, разумеется, не расслабимся и париться будем. Да, ежедневку забрали. Спасибо, привет. Клэр. О, безмолвном звере. Ну что сказал мэр? Ну, ты была права. Очень подозрительно. Видишь же, я говорил тебе, что происходит что-то странное. Многие люди задумались по этому вопросу, и было бы неплохо расследовать это. Это место не слишком далеко. Я отмечу тебе на карте. Так, хорошо. Просто эти два квеста ведут в один и тот же город. Хорошо, хорошо. И теперь синий, который прячется за меткой, до которого 130 метров. Ух, стрёмный город, мне не нравится. Слишком запутанный. Пока что это самый запутанный, причем некоторые неписи находятся за водной преградой, что неприятно. Мне нужно заклинание «Полёт». Или эти, сандали ангела. Или крылья ангела. Эх, да. Так. Никогда их не находил просто. Ну, если вот играл просто. Только на каких-то... А может, они запрещены были на обычных картах? Крылья ангела? Нет, да. На обычных они нормально. Они даже в... Джебус Кросси есть, это современный киберспортсменный режим. Ты мастерюк? В компании везде ли они были, не знаю, но в принципе это нормальный лут, обычный. Не, ну мы играли вот обычные мегаполитические карты, там с папой мы играли, с братом. И ну вот так, чтобы я вот где-то нашел их, такого ни разу не было. Вот только там... Кастомные карты, где они заранее прописаны, лежат там, ну, то есть разработчик карты. Не знаю, по идее они могут нарандомиться тебе из этой, драконятни. Назначение, да, я понял, да, это... Нет, обсерватория... Желтый такой этот дом. Замок такой здоровенный. Я да, не да, понимаю, да. О чем вы. Так, наверное, мне не следует рассказывать об этом. Как раз в тему. Как раз в тему. Ой, ну ладно. Я искал припасы, остановился отдохнуть возле старой заброшенной виллы. Я помню, как разжег огонь, лег на старый диван и, должно быть, приснул, потому что, проснувшись, я обнаружил, что обосрался, а холодильник лежит на траве. Кто-нибудь еще видел это? Хороший вопрос. Я поспрашивал все... 44-й уровень живет. А я думаю, это дом какой-то мутный. Некоторые из нас, возможно, попали под влияние отклонения. Надо проверить, так ли это. Посмотри, я записал свои предыдущие наблюдения. Проверь их для меня, хорошо? А я пошел. Назови место. Назови есть пальцы телепорты? И укажи имя. Да, спасибо. Какие телепорты? Как выйти теперь? Какие телепорты? Ты о чем?
Ты побежала во враждебную атмосферу, да? Квест, который рядышком. Нет, я в доме. Ух ты, а это игрок же построил, да. Смотри-ка. Круглые. 44 уровень. И у него тут есть дверь телепорт. А выглядит неплохо. Шутки шутками, телепорт? А правда выглядит неплохо? Весьма. Да. Прям весьма выглядит неплохо. О. Да. Хочу на стриме это посмотреть. Я прям... Ну, вот такая прикольная штучка, луна вот эта. Красивая. А где дверь телепорт? Девочка строила, точно я тебе говорю. Вот тут. Сомнений нет. Строила девочка. А где Чандер? Где луна? Вот да. Вот луна. Да-да-да, вижу. Красивая. А вот дверь. Какая дверь? Луна прям шикарная. Вот именно. Да ладно. А как эту дверь сделать? Я не знаю. Но луна шикарная. Ого. Это просто она нашла, видимо, какой-то лут. А дверь секретная как? Это телепорт. Круто, круто. Именно. Это именно телепорт. И вообще куда-то непонятно. Это за базу. Это как? Ну, это мадамишки лайк. Хотя электричество я лучше раскидал. Честно. Электричество у меня лучше, чем у всех вообще на этом сервере, как минимум. Согласен. Это вот, смотри, это местность для Tower Defense у нее. Отдельно. Кстати, перенимаем опыт. Хорошо сделано, смотри. Окружено водой. Да. Мешками. Шипы стоят. Эти бомбы всякие. Турели стоят. У нас есть потенциал расширения вокруг поставить фундаменты, на которые поставить турели. Я это уже... Заложено в проект, скажем так. Угу. То есть у нас башня есть, с которой можно стрелять. У нее, правда, плоская крыша получается. Несколько проще, наверное, даже будет обстрелять. Можем зайти вот тут рядом квест выше нас, а потом пойти по желтым. По жопе? Хорошо. Хорошо, это полезно. Да. Иногда. Слышал. Так. Ну, поехали к квесту местному. Ну, девочка классно, правда, это хороший дом. Угу. Интересный очень. И, кстати, можно перенять опыт с точки зрения того, что на одной территории... Ну, мы все-таки на двух территориях будем делать. Воняет сигнал. Ну-ка. Это как раз наш квест, да? Нужный нам. Привет, что ты здесь делаешь? Ой, ничего особенного. Но ты же знаешь, кто я. Так что не смей меня обманывать. Ой, ладно, только не делай мне больно. Меня подослали сюда собрать данные у рассеивателей звездной пыли. Эти данные обнаруживают поблизости деятельность девиантов. Все, что я знаю, это то, что часть какого-то сверхсекретного проекта. Знаешь ли ты, насколько сильно это загрязнение звездной пыли? Насколько сильно загрязнение звездной пыли? Но у меня не было выбора. Если бы я отказался, то кто-то другой бы начал этим заниматься. Слушай, я просто выполняю приказ, так что не убивай меня, ладно? Умоляю, отпусти меня. Я хочу, чтобы... Ты умер, наверное. Ты за это заплатишь. Ругается. Я не позволю тебе меня поймать. И стоит, смотрит на меня. И что, серьезно? И он убежал? А вон он, Розетта Ресерчер. Он убежал прям реально. И где он? Ну-ка, я попробую по-другому приступить. Кричит. А куда он исчез? Куда-то сюда он убежал. Стоял тут, а потом исчез просто. Да, он закричал и просто пропал. Ну и ладно, а ты что сделал, Овля? Какой у тебя результат? Ты его отпустил, он все равно убежал и тоже умер? Я правильно понимаю? Выбор без выбора? Он бегает.
И у меня... у меня теперь нужно Shutdown Stardust Diffuser 1, Shutdown Diffuser 2 и 3. То есть мне нужно Shutdown 3 диффьюзера. А мне нужно Destroy Stardust Diffuser. А я не вижу метки. И у меня 3 метки, соответственно. Вот одну я за Shutdown сделал. А мне посмотрим еще Destroy. Награды, будет ли отличаться. Стоп, ой, это недалеко. Не closed. Closed. Стоп, может, я не тот квест выбрал? Я не понимаю, что нужно сделать. Destruction, там еще раз надо нажать. Уничтожить, я понимаю. Там close, а потом destruction. У меня уже 3 раза closed. Подойди, подойди обратно. Ой, опять в город возвращаться, ну их нафиг. А, Destruction, да, есть. Чё себе, Овля, ты побежал? Ну ладно. Ну, у меня 3 метки там. У него 3 метки, далеко. Да. Вот я второй закрыл. В этом районе больше нет подсказок, нужно вернуться и доложить. У него шапка, кстати, слетела. Угу. Так, внутри есть какой-то сундук. Давай зайдем. Наверху тоже есть сундук. Вот теперь мне тоже вернуться в город и доложить о результатах. А как зайти внутрь? Хороший вопрос. Слушай, ну вариативность квестов, оказывается, это приятно. Да. И по наградам тоже надо не просрать только награды, желательно бы. Ну, мне кажется, будут одинаковые. Мне тоже так кажется. Так, 38-й леваль. Не уходите от сундука далеко, пожалуйста, я еду к вам. Какого сундука? Которого вы только что лутали? Это сторож просто. Обычные сундуки. Обычные сундуки. Ничего особенного, мы просто это щелкнули пальцами, увидели, что сундук в здании, и пошли его лутать. Ничего особенного. Так, теперь нам куда? Ой, теперь у нас обратно... есть трава. Трава? А? Красивую такую, живую стену можно будет сделать. А, у меня тоже, да, есть лианы. Одни. Все, давай возвращаемся тогда в городишко. Серьезно? Что? Может, потом вернемся? Да ладно. Мы а так миллион квестов не сделали начальных из-за этого. Да. Ну, так там мы вот же вот... его уже выполнили. Не, я понимаю, о чем ты. Просто у нас осталось очень много квестов, принципе, которые как раз я без вас доделал. Но... которые нужно просто пойти, грубо говоря, и две кнопки нажать. В целом, да. Нужно сдать его. Давай сдадим. А вдруг здесь продолжение есть? Может быть, да. Просто мне кажется, что после сюжетных квестов нас все равно отправят сюда. И какая разница? Мы просто два раза, получается, туда-обратно. Все хорошо. Алимин, ну, у нас на начальной территории. Хотя это время квестов. Можно было бы... Мы так же думали. Потому что мы туда не уходим. Ну вот мы так же думали, потому что на тот момент, понимаешь? Так, ты узнал, что произошло? Рассказать о Розетте, рассеивающей пыли. Мерзость, так он просто умер, вот так. Даже не раскрыл местоположение других рассеивателей. Если этот ученый является виновником заражения, то я счастлива, что он мертв. Эта проклятая проблема не была решена, я наняла тебя, чтобы ты расследовал. Не следовало знать, что лучше не полагаться на постороннего. А, так, плюс... Я не успел посмотреть, чего. Плюс 12 чего-то дали. Я тоже не успел. Я забыл про награду. Я забыл, мне не показывается. Ну,
все, квест. Но мне сказали, что я молодец. Да. Угу. Так, квест выполнен. У нас есть еще справа вон квест в деревне. В городишке есть. Ладно, поехали по желтому. Поехали по желтому. Если у нас останутся потом квесты, ничего страшного, мы их когда-нибудь, может быть, вероятнее всего, в конце игры сделаем. Я предлагала синий только потому, что он был по дороге к желтым. Для чего так на этот цвет обращать внимание? Синий, между прочим, красивее желтого цвета. Ну тут согласен. Все на машинах ездят. Все просто. У всех есть машины, но не у нас. У нас тоже есть машины. А, мы сегодня видели, как мужик прям вот в прямом смысле этого слова жопой по асфальту ехал, а по бокам были колеса от машины. Концептуально. Вернее, у меня этого на экране не было, но я посмотрел на экран Оли. У меня была машина. А Оли... Просто он заспавнил свою машину перед моим мотоциклом. То есть я ехала, и он заспавнил машину. Я в нее врезалась, и у меня пропала машина, и получилось только это. Только колес. Так. Тут проселка, конечно, ее попробую увидеть. Все, мы входим в город. А ты быстрее меня едешь, кстати. Ты алюминиевый уже? Да. А, я-то стальной. Этот город мы еще не исследовали. Поэтому давайте сразу начинаем исследование. Вот свинство. Ты посмотри, понаставили тут записок. Да, записки они любят, это правда. Можно это как-то в настройках удалить? Меня торкнул, я не пойму. А, тот этот город надо лутать. Прям лутать-лутать, как прям всегда. Прям лутать-лутать. Мы здесь не были еще, я же говорю. Чё-то забыл про это вообще, в принципе. И в некой такой прострации находишься, да? Насколько я понимаю. Угу. Кофей. Красиво. Эх, сползла. Эх. Да ладно, в башку не умер. 32 уровень, ты чё? Плохо работаешь. Да, отвратительно работаю. В башку не умер, 32. Кошмар. Я 60-х убивал. А тут 32-й какой-то ничтожный. Ну, не с первого же выстрела, ты убивал 60. Со второго. Очень странно работает электроурон. Я не знаю, он как-то делает брык, и противник умирает. Но я не понимаю, как этот урон рассчитывается. То есть, как будто бы наносится больше, чем написано. Вот не знаю, если у вас будет где-нибудь электрический урон, посмотрите, может, вы поймете. Так, рядышком с нами якорь. Я уже забрала. Я с той стороны подъехала. То есть ты подъехала и сразу заикарилась? Да. Я ж поэтому и поругалась на записке. Угу. Ну, хорошо, прям так. Расстрелял, оглушил, и я ему прям в плечо тесаком. Бруталити. Помнил, что хотел попросить, чем заняться. А, сейчас я только открою эту менюшку. Это миллион менюшек, как всегда. Меня внезапно загрузка пошла. А у вас нет? Нет еще. У меня кассена пошла. Я не знаю, докуда я пошел. А, ты, видимо, дошел до сюжетки. Может быть, но у меня кассена. Я а зашел. Тебя на карте нету. Потому а ну вот Овля тоже, наверное, пропал. Так, это знаки майских жуков. Мне это не нравится. О!
Элитник. Ну, таких мы убивали уже. На завтрак едим. Я думаю, мы попали в ловушку. Стоим, значит, смотрим на элитника. Элитник стоит, смотрит на нас. О, мы попали в ловушку. Наверное, это ловушка. Да, это именно то, что ты сделала. Не без небольшого подталкивания, конечно. Я так и знала, что она предательница. Я должна тебя поблагодарить. А без тебя я не смогла бы встретить эту девушку так скоро. Я приношу свои извинения. Четыре выстрела. Мы с тобой точно не друзья. Итак, требуется жертва для высшего блага. Пришло время умереть. Снова. А вы знаете, что произошло? Да. А я упал. У меня закончилась касцена, и я упал. Возможно, хотя вряд ли. Просто мы сейчас появились, я появилась, и в меня начали стрелять. Тебя скорее не моб убило, просто что-то. Тут овречка есть кристалл на вагонах, видел? Да, а знаете, что тут еще есть? Правда, он, наверное, в единственном экземпляре. Я думаю, это кому-нибудь из вас стоит забрать. Кого чего? Сратая лягушка. Сратая лягушка. Сратая. Да, которая будет на этих? На печках? На каких печках? Или это не та лягуха? Не рыжая лягуха? Рыжая. Но она на печках огненная. Помогает. Огненная. У нее спина огненная. Да, она на печках помогает. Не белая спина, точно. Где сратая лягуха? Где она? Но я не знаю, мы пока по кристаллам идем. Угу. Вот кристаллы меня отметила Овля? Я отметил, если что, меткой Овли кристалл. Это... Все, есть сратая лягуха. Сверху под... над нами вот красненький. Даже не показала ее. Ну ладно. Дома посмотрим. Так. Больше не ощущение. Сратая лягуха дома. Я хочу сратую лягуху. У нас есть сратая лягуха. Сратая лягуха. Вот та самая, которая игрушечная. У нас, кстати, дома действительно всратая лягуха из-за того, что игрушечная. О, я убил, и у меня вернулся патрон. Неплохо. Через крышу можно залезть. К красному сундуку. Надо было аккуратно приземлиться. Угу. Ну вообще тут есть вот тут заполз. И там заполз есть. Кендер, ты забирал? Кого? Мистика. Конечно, нет. Я только сейчас услышал тебя. О, тут путь к красному сундуку. Она говорила. Конечно же. Почти сбил. Вот серьезно, я не знаю, кто такой поросенок. Я на меня три раза говорила. За красный сундук. У меня мы даже не пересеклись, Чендер. Так а что у меня ты как... прям прыгнул в меня, когда я был на тонкой балке. О, я заснял, Оври. Я заснял. Пинг. Конечно, конечно. Розовый. Следующий раз штабил. Где розовый? Не, ты же сказала пинг. А розовые, кстати, у нас прям классно появляются. Единственное, что вот один очень тяжелый есть. Остальные все выполнимые. Да и тот, я думаю, дали бы нам пулемет, мы бы его заварили. Да, да. Хотя черт его знает, потому что он шотает нас волнами своими. Ну и с полным хп мне оставил чуть-чуть. Одной волной. А, да? А меня прям шотал. Может, две волны попало? Нет, нет, меня прямо одной волной. Ну, атрибуты брони, моды вставленные, ну, у нас же разные. Ну, конечно, да. Я пытался взрыв-пакет убить до того, как он умрет, но не получилось.
Я за камикадзе у камикадзе. Можно меня поднять, пожалуйста? Так, да вот, Ричандр. Где ты? Да я тут ползаю, вот тут много различного съестного. Я думаю, может быть, хоть что-то осталось. Вон, под столом смотрю. Давай. Ничего нету. Нет? Нет, вот мороженка, может быть, есть. Посмотри, из-под стола жвачки, короче, можно. А вот не прилеплены. Я посмотрел, не прилеплены, представляешь? Ложишь. Ага, удивительно. Хорошо убираются, получается. Да. Рецептиков нет тут? Я не видел, во всяком случае. Там по квесту есть... Да, посетить. По квесту путь к какой-то подвал, полагаю, там будет какой-то из наших сундуков, которые нужно найти. Да, возможно. Так, а... Вот я пришел. Где она? А, Клейн, успокойся, хорошо? Мы не можем ничего сделать. Что? О чем ты говоришь? Мы... Мы бежали по дороге сюда. Она не смогла бежать с нами. Да, войти в подвал. Я понял. Теперь я вижу войти в подвал. Войти в подвал — это, видимо, что-то интересное, да? Так, ну нам краи-то еще остались. Еще все гранатами по мне стреляют. Так, ну не в голову я не шотаю их. Тоже не шотаю. А в голову прям чуть-чуть шотаются. Не хватает. У кого-то был ящик рядом с кроватью с едой. Ага. То есть я и в супермаркете, да, ползал по полу? Надо было... Тоже знал. Что, не пойдем в подвал? Надо бы. Ну все-таки правда там этот ящик. Можно даже оба. Может быть. Давайте попробуем. Соло интересно. Пока нет. Вроде нет. Ух ты, как поставил автомат-то. У меня я просто лежал. У меня на этом... А как это? А я не знаю, как называется. Так, найди маму. Собака должен почуять запах. Мать выжила. Так, как лидер я... Да ну не толкайте меня, пожалуйста. Так, ты не слушаешь меня, я ухожу. Вот в этом роде. Сбили вы меня. Просто прошел и специально меня подвинул. Зачем? Я нечаянно. Ну ты чего? Я тебя обходила, а получилось, что я тебя подвинула. Полностью. Просто широкий. Что страшно? Просто широкий. Ну, ляжки у меня не особо-то большие. Я специально настраивал. Угу. Это кто-то там липосакцию потом делал. А у меня ляжки изначально хороши. Это выход, что ли? Так, похоже, здесь похоже на выход.
О, тут классное местное. Тут один сундук, но это не тот сундук. Он синенький все-таки. Тут какой-то сатанизм. Weapon crate. Ты что, в другую сторону? Он в другую сторону пошел, ты посмотри. Конечно, на него. Разумеется. Я что, дурачок, что ли, наверх пойти? Так, это мы собираем. Странный алтарь. Это, видимо, солянка. Угу. А где weapon-то край? А, вижу. Правда, один. Угу. А у меня игру крошануло. О! Загрузился и тут сразу на арене. Тут какая-то кошка. Или собака. Иммунная. Гончая. Темно-гончая. Сильно сутулы. А что с ней делать-то? Я просто подойди ближе, она перестанет быть иммунной. Ага. И она будет кусать за жопу? Будет плеваться в тебя. Скажет, тьфу на тебя. Пришел тут. Ладно. Это, видимо, следующий наш босс, да? Да, видимо, так. Видимо, да. Слушай, а где слабые места у нее? Не знаю, я в горб ей стрелял, чтобы она не была такой сутулой. Ну, бабочка куда-то попала в какое-то слабое место, но я не вижу. Знаешь, вы это рассчитываете каждый выстрел, а я из ППшки стреляю многими, поэтому мне не так важно, какое именно там место уязвимое. Да, мы прям рассчитываем, это правда. У меня даже голова неуязвимая. Подойди ближе. Она будет уязвимая. Нет, 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 она я имеет в виду, то. В общем, урон. Урон. А, дополнительный урон. А все? Да. Погибли. Надо будет просто, когда мы пойдем на босса, будем смотреть там, когда она будет цветная. Да. Ой, она осталась, это... У меня прозрачная, как будто бы эхо с нее можно собрать. Очаровательно. Но я не увидел, опять-таки, как у босса-паучихи там, ну, у босса-паучихи хотя бы были какие-то моменты, там тяжело было попасть, а здесь я вообще не увидел. Я попытался ее обстрелять, а не вышло. Не увидел слабых мест. Хвост? Может быть, под хвост? Может быть, и под хвост. Я же говорю, у меня бабочка в какую-то одну точку попала, и я видела, что вот это... Фиолетовые цифры. Угу. Все получается, надо возвращаться. Фиолетовые это не то, красные должны быть. Красные это попасть в уязвимую часть. Там фиолетовые и щиточек. Вы мне говорили, что щиточек это... Щиточек это по... Это элемент уязвимый. Это ты ударила именно элементом по уязвимости. А это красный странно. Это ты попала в уязвимую точку. В уязвимое место. Так, ну ладно. Еще один. 39-й лак. Овля уже 48, да? 40. 8. Просто 40. Это 8 плюс 32, чтобы понимал. А, хорошо. Сходится теперь. Так, нужен еще один гиркрейт. Угу. Ты нашел? Нет, нет, я говорю, нужен. Что нужен еще один гиркрейт, наверное. А. Я не думаю, что weapon crate, скорее всего, именно гиркрейт. Да кто стреляет? И кого? Да вон, убил. Почему он стрелял? Не говорили, что нельзя? Кстати, Овли у нас должен ходить в максимально тяжелой броне. Хорошему. Да, и вот, собственно, я об этом и хотел поговорить. Короче, я тут нашел сет брони Heavy Duty. И у нас есть не все от него элементы. Нужно. How to get. Obtain from mystical treasures discovered from exploring the Chalk Peak. Нужно понять, что такое Chalk Peak, и там подискаверить всякое. Ага, подискаверить mystery treasure. Да. Вот
Что за Чалк Пик? Кто знает, что такое Чалк Пик, где его вообще носят? Он, есть у нас три, по-моему, ну, по крайней мере, у меня три чертежа, а нужно полный сет. Может, это город какой-нибудь так называется, который нужен? Силос. Мне кажется, это Силос. А, может быть, Силос, действительно. Не первый ли Силос, который мы открывали? Не шучу, правда. Нет, секирование Силос Пки. Это Пки. С другой стороны, мы все Силос... А, подожди, мы Альфа Силос проходили несколько раз, да? Так. Почему поиска по карте нет? Ага, у нас может, один желтый квест, кстати, прям близко. Да, это девочка, которая был первый. Escape. Почему не на J? Почему на L квесты? Неудобно, да? Да. Сам путаюсь постоянно. Я тоже. Нажимаю на J, чтобы посмотреть квест, а мне говорят, ой, вы не хотите посмотреть, что вы не сделали еще? Я удивлен, что в комментариях еще никто не сказал, то, что ты задолбал J нажимать. Очень полезные комментарии говорили. Ну, это, конечно, я понимаю, как звучит этот вопрос, но вдруг... Один на миллион, наверное, нет, должен быть полезным. Ну, без шуток, пока нет. Не так много серий вышло, но нет. А где сундук-то? Я не знаю. Так, а вы с девочкой завершили, да, квест? Нет. Я в другую сторону пошла. Мы все, по всей видимости, в другую сторону пошли. Я вот сейчас пытаюсь добежать. Но я рядом с тобой. Немножко странно, вроде ага, модельки. Касцена пошла. Так, мы справились с этим. Хорошие новости, но я думаю, что Машка предала нас. Ну и что ж нам теперь делать? Если Машка и Розетта создают таких монстров, то нам нужно стать сильнее, чтобы их победить. Нужно взять еще одного трансцендента. Это лучший способ. И ближайший населенный пункт Талграсс. Та самая травка. Нашел. Нашел, хорош. Что нашел? Геркрей. Вот видишь. Ожидаемо было, что именно гер будет. Так, в первой зоне, да? Там, где ты? Да, я стою практически на нем. Пока вы идете, я карту посмотрю, вдруг найду Чалк Пик. Как будто название знакомое, да? Вот как будто знакомое, тут и оно. Вот я и предположил, что может быть это Силос, который мы открывали. Это ну, логично было бы, чтобы в Силосе, потому что в Силосе чертежи. Да, и у меня их несколько получается. То есть, если я открою блюпринты... Надо посмотреть разные сеты одежды и, правда, понасобирать разные сеты одежды. Но ты, в частности, будешь танкер. Мы это уже выяснили. А мы должны быть супер-мега-дамажные. Желательно бы максимально стеклянные и максимально пушечные. Да. Ну, посмотрим. А может, на Джей будет информация? Она же не просто. Давай поищем. Смотри, я отдалил, сейчас отдалил, и если вот в левую нижнюю область ты наводишь мышкой, то написано Чалк Пик. Чалк Пик 36 уровень, 32 Чалк Пик, 48 это Red Sands, Black Heart Region это 50+, уже регион, изначально это Dayton Widlands, Broken Delta потом, где у нас городишко был, третий получается, нет, второй. Айрон Райва. Да. То есть я правильно вот понимаю, что конкретно, чтобы дособирать отсет брони, нужно в левой нижней области города добить оставшиеся? Видимо, да. Да. Сколько там осталось? Раз. Около миллиона. Два, три.
Мы там много городов сделали. Тири это все еще Челк-Пик. Мы, кстати, в Челк-Пике. Да, мы сейчас в Челк-Пике. 5. Ладно, прав, около миллиона. 5. Я насчитал 5 городов уже. 5. Не помню, читал или нет. Или 5, или 6 городов. Угу. В принципе, мы все равно этим занимаемся. Да. Да. Так что вполне. Ой, Силас, кстати, можно прям начать вот так. Ой, а давайте. Это старт дефенс. Можно? Я не знаю, Обля прошел вот этот квест или нет? Основной, да. Который рядышком. Основной я прошел. А где Чандр, я не знаю. Какой он там силы прошел? Рядом с тобой. Рядом с тобой. Да? Да. Смотрите, в зависимости от того, какую карту... Да. Какую карту вставлю... В зависимости от того, какую вставлю карту, будут соответствующие мобы. Я предлагаю синюю карту. Да что ты делаешь? Blackfell Refinery Permit. У нас будет 4 минуты 30 секунд. Мобы 35 уровня, 4 волны. Готовы? Blackfell Refinery Permit. Какая цифра? Третья. Угу. Выше у меня нету. Ну, у меня первая и вторая еще есть. Там 15 и 25. Самая высокая 35. Я не думаю, что нам на маленькие нужно идти. 35 уровень монстров, 4 волны. 80 дадут. Кислоты дадут. Mm-hmm. Работаем. И там еще там эти еще. Да в жопу, 80 кислоты. Работаем. Запускай. Запустил. 5 минут да? у нас. Давай, Battle давай. Enter Build Mod. Мы начали это... Нет. Здесь можно сдемолишить вот эти вокруг постройки, чтобы получить ресурсы, я понимаю. Но да. Вот автотурет. Да, можно задемолишить. Да, а что строить можно? Можно ли что-то строить? Можно, турели. Нафиг правда, всю постройку можно снести. Тут все, я крышу снесла. Молодец, я тоже хочу. Да, правда. А вам дают ресурс хоть за это? Я сейчас не могу понять. Я не знаю. А вот эту штуку тоже можно снести? Мы что-то все поломали, да? У меня нет ресурсов, нет. Центральная не ломается, нет. И что делать? А турели можно ставить, но только ресурсов нам не дали. Держу в курсе. Правда. Просто сломали, да, значит? Просто мы сломали ради того, чтобы сломать. А ее давайте хотя бы переместим центральный. Ее можно перемещать-то хотя бы? Релокейт? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Ну, понятно, ладно. Копи билдинг парт нельзя. Ну, скорее всего, мы это профугаемся. Где мобы? Я думаю, что 5 минут на подготовку нам дают. Угу. Большая доля вероятности. Можно запустить сразу? Ой, у меня 60 уровень батл пасса уже? У меня 63. 65. Нифига себе. Так, мобы, да, говорите? Ну, видимо, да, у нас 5 минут на подготовку, а потом они будут просто жестко рашить. Подготовьте гранаты, молотовы там, такого плана, чтобы поауешить. Хотя и снова можно сундук купить за одну монету. Так, купить сундук за одну монету? Да. Где? Скажи, где, пожалуйста. F3. Шоп. F3 шоп. Азер. И тут. Азер. В этом. Да, за одну монету. Ага, купил. Купил и открыл. 50 мицика дали. 50 кусочков мицики. Хорошо. Так, ну готовимся тогда. 2 минуты. Хотя бы морально готовимся. 35 уровни, конечно, если они будут прям бежать жестко, это будет плохо. Ну, посмотрим. Так, специализация новая, да? А это говняшка всякая. Ты уже 40-й, что ли? Нет. Это я просто не брал ее. Я все еще 39-й, жалкий. Ждем. 2, 1, начали. 4.30 у нас. Надо выжить. 4.30. Нас ожидают 4 волны.
Ух ты, сколько их тут стало, это что? Обалдеть. Не, мы даже одну не пройдем. Даже одну, они... согласен. Не, ну это жестко что-то как-то. Прям, слушай, вообще жестко. Collect resources. А чё так много? Не, я понимаю, они выбак, ушли. Как бы, но... Мне всё равно что-то дали. А чё дали-то? Немножко топлива. И всё? Ну, не failed. Понятно. Нарисовано мартышка, ну, но... Ну, чё-то дали. 32, кстати, 32 дали это, кислоты. Дали ещё пати-манки. Мне не дали. Я вот как бы того или тоже это не chance, или это chance? Наверное, шанс был. Угу. Слушайте, давай, хорошо, давай тогда 15 уровень попробуем. Хорошо. А надо ли без ресурсов начинать? Опять ждать. В смысле? Да, опять ждать, Сереж. 5 минут ждать, да, согласен, в жопу тогда. Но мы нашли новый контент. Хорошо. Угу. Так, я предлагаю... Сколько всего разработчики на старте сделали, и в это хочется играть? Помните, на все диссидент заходили к нам, говорили, вот игра только запустилась, что вы от нее ждете, вот что мы ждем. Да, согласен. Вот реально согласен. Поехали наверх, там синие квесты. Давай. Там один синий квест, за ним второй синий квест, за ним третий синий квест, потом мы уедем в другую область, потом в другую страну. Потом снова переедем, да? Да, конечно. Потому что нас уже окружили, ну, враги со всех сторон. Ну, надо городишки в нижнем левом углу полутать, потому что зачем хочется с этой брони. Я вроде объехал. Ну, ты меня толкнул, по итогу. Давайте сначала к телепорту. А где он? А где-то здесь. А, столько точек, если этот квест поставить активным. Миллиард что-то, да? Угу. Ага. И все 4 рандомные локации написаны. Это, наверное, этот мужик, который сказал, что он где-то там что-то потерял. Что-то с памятью моей стало. То, что было не со мной, помню. Так, ну у меня ближайшая точка, она прям вот. Прям рядышком. 380. Да, 380. Поехали. Не, ну пока правда, игра прям очень даже. Не знаю, как, конечно, смотреть это. Я долгие такие видосики по часу с лишним сделал. Но в целом играть очень интересно. Какие-то горки тут. Угу. Потрясывает. О, это, смотри, девиэйшн растение. Это надо забрать. Ага. А мы, возможно, за ним и приехали? Deviated Corn. А у вас тут что-то есть? Может, надо щелкнуть? 30 метров. Тут что-то лежит, но я не понимаю, что это. Это камень? Это камень. Это прям камень. Я вижу, ну, что видимо, это камень. Не та локация, в которой он что-то потерял. И нам нужно выяснить, да, и нужно запомнить, где, ага. Ладно, давайте тогда вон, выше, On Joy and Sorrow. В городе, да? Угу, 0,6 километров. Так, пугало не агрессивное? Не агрессивное, это не агрессивное, а вот это. По ним видно, когда они агрессивные. Нас атакуют. У них, спасибо, 39 видела. Да, ага. Уроды моральные, ненавижу их всей душой просто. Кто ставит эти цветы? Да. Это правда. Было бы еще зачем ставить, они просто так ставят. А, там на самом деле есть достижение лайк получить. Не достижение, а, ну вы поняли. Где-то там оно есть. Я дислайк кому-то поставила, выполнила. Погадай. А, хочешь узнать, что тебя ждет, дитя? Если ты ищешь истину, то нужно заплатить цену. Да ёлки, да что ж у меня сбрасывается время от времени, квест?
На полном серьезе. Все сбрасывается. Она хочет грибов? Так, отдать ей, да. У меня один из трех. У меня она хочет Deviation Corn, как раз, который я собрал. Блин. Ну хорошо, я отдам. У меня один гриб. А еще с чего-то два она хочет. Это грибы, давайте, да? Давайте пособираем это растение. Может, она хочет того, что тут растет? Давайте пособираем. Да, она хочет чего-то местного. Чего-то растительного. Будто ей это поможет уже. Вот пчелка, 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 пчелка. Где пчелка? Где пчелка? Берите, вот она. Это пчелка. Это птица, пчелка. Это самолет. Это пчелка. Кто пчелок уважает? Я пчелок уважаю. Я к ним не пристаю. Они от меня убегают. Значит, не уважает они тебя. Все, я взял. Базиби. Вот, хочу. Базиби. Базиби. Ого, тут виноградники. Базиби. Я, если честно, не могу найти еще один, хотя бы, растение, которое можно дать. Так, I'd like. Give. Может, ты? Нет, ты не это. А, три картохи я дал. Required item. Три картохи. Я могу тебе скинуть, у меня три что-то картохи. Осталось. Сейчас, что ты взял? Подожди, давай посмотрим. У меня есть только раз три. Сезон available какой-то. Так, и ничего не произошло. Результаты, пожалуйста. Да, я вижу. Ты хочешь услышать хорошие новости или плохие новости? Ну, давай хорошие новости. Ой, я случайно пропустил. Ладно, возьми этот ключ, он отведет тебя к богатству. Плохие новости. Джой. В общем, жизнь достаточно непростая штука. И тебе будет непросто. Хорошо. Так, она дала какой-то ключ. От нифига себе, как далеко. Поехали в соседнее село, ребят, правда? Ферма, мне кажется, это то, что нам нужно. А местные это силос или опять-таки... Это, наверное, это опять варшоп, да? Ну, кстати, один из квестов старых, который у нас есть, по-моему, 30... Я тоже не помню, какой уровень. Короче, это силос. И довольно интересный. Угу. Поэтому мы его скипнем. Куда-то не туда поехал. Как это силы скипнем? Ты чё? Ну, имеется в виду, пока что. Как пройдем игру, то тогда посмотрим. Так, летим. Ой, виноград. Ух ты ж! Это было неожиданно. Там забор. Угу. А через виноградники-то не перебраться. Вот именно, я пыталась. Я думаю, что все пытались. Как можно не попытаться перелезть через виноградники? Покажите мне этого сумасшедшего. Покажите мне того сумасшедшего, который не пробовал забраться туда, куда не может забраться. Так, ну-ка. А тут что-то это. Кто-то говорит. Угола. Интеракт. Лиф. А что нам нужно сделать-то? А вот теперь нужно интерактить. По взаимодействию. О, все, солоквест. Осмотреть подвал на солоквесте. Ты слышишь? Да, я слышу. Я слышу, по-моему, кто-то икает.
Так, там что-то за углом. Это девушка? Ну, все поисследуем. Все, что здесь есть. Все ящики соберем. А, иммунные? Кто иммунный? Ничего, ничего. Все же в подвале, правильно я понимаю? Да. Нет! Так, пугало. Беги. Да какой беги? У меня weapon crate тут. Беги. В смысле беги? У меня weapon crate. Так, продолжай движение, говорит. Погоди, у меня storage crate. Чё ж ты такой, этот, паникёр? Ворон какой-то паникующий. Беги, спасайся. Я тут гуляю, я тут лутаюсь, между прочим. А он что-то истерит. Чё истерить-то? Истерит так, будто бы у нас хилок нету. Так, выбрался из подвала. Сбежал полностью. Так, победить страшилу. С одного выстрела. И дева оставить. А вот, деву ловлю. Девочка с коробкой на голове. Так, я знаю, что ты в курсе. Теперь давай выбираться из этого жуткого места. Так, все? Да, все. Рядом с нами мобиль. Мобиль, срочно заканчивайте свой квест, и у нас автомобиль. Тот самый, медузный. Очень важно. Бежим. Он прямо на нас тут едет. Я уже работаю по нему. А почему он не останавливается-то? Надо полностью, наверное, разрушить. А все, подорвали. Все, ждем, пока замедузится. Кто-то из нас. Олег, можешь присоединиться посреди ивента? Да, Оля, подсоединиться посреди ивента. Мы потому что сегодня добегали, там 15% оставалось до ивента, мы все равно присоединились. Ой, а где моя девочка? Ну мы что, на ком сидит, тут просто стоит и ждет? Вообще, в принципе, мы просто им, да? А... Как нам выгоднее делать? А вот не знаю. Я думаю, что выгоднее просто стоять. Выгоднее просто стоять, хорошо, давай. Хороший ивент, как раз пока отойду. Давай. Если что, будем тебя поднимать. Проценты тикают, да. Сколько? 10% он уже выжрал. Я не вижу на овле. Ну, на овле есть медуза. Ладно. Все, она слетела. 14% просидела. Теперь на мне, видимо, да? Не знаю. Видимо, на мне, да. 7, 14. Я не вижу ее, в принципе. Все, у меня уже начали накапливаться, да. Хорошо. Мы когда залетели на этот ивент, нас прям жестко встретили. То есть мы только вошли на территорию и сразу бам-бам-бам и убили всех. Такого плана. Так, 84, 91.
Не, ну ладно, тогда стоим, ждем просто. Окей. Вот, какие-то проблемы. О, компенсацию, кстати, дали в почте. Да. Это ящики. Ключи. Что за ящики дали, непонятно. Ух ты, у меня пчелка. Три и два глазика. Круто. Да, уважаемо. Сильно. Так, формулу можно изучить какую-то. Формулу изучаю. Вот просто я к тому, что не изучай говно, которое точно не будешь ставить, которое тебе точно не нравится. Может, его можно разобрать? Может, не знаю, картонные коробки. Ну попробуешь, посмотрим. У меня 196, у кого сколько? Тоже 196, обли должно быть больше. 250-280. Угу. То есть выигрыши тот, на кого первого упадет. Пчелка! Угу. Я вижу пчелку, я держу ее в прицеле. Сейчас мы дожидаемся, и ты бежишь к пчелке. Да. Ой, мне перешло на голову. У меня 203, 210. Овли сколько? 294. Угу. У меня 210. Все, закончилось. Где? Open loot crate. А, open 70 loot дали. Crate. Дали 70 в итоге. Еще плюс 70. Отлично. То есть одинаково 70 дали. 70 и 40 этих. Я вижу пчелку. Беги за пчелкой. Бегу. Она в красной зоне. Бедная пчелка. Угу. У меня 19% на поймать. Первый раз поймала. Сильно, сильно. 3-3. Уважаемо. 0 глазиков. Так. У меня этот мини-человечек, которого мы постоянно с розовых собираем. У него во втором 5. Ого. Я думал 3 максимум. Так, давайте обыскиваем. Все обыскиваем. Это село нам нужно исследовать. Аккуратно, тут капканы под дверью. Говорят, здесь можно найти билеты на дискотеку. Видимо, капканы это и есть билеты на дискотеку, да? У тебя начинаются пляски с зубами. Пока что сторож крейты. Но тоже полезно, безусловно. Это лут. Лут нам нужен в большом количестве. Неожиданный. Разговаривал же. Неожиданно побежал. Кто-то квадрокоптер выкинул мусорку в туалет. В туалетную мусорку. В маленькую. Квадрокоптер? Квадрокоптер. Неплохо. Видимо, запчастям. Видимо, кто-то за кем-то следил в туалете при помощи квадрокоптера. Был пойман на этом. А у вас тоже зачелся же weapon crate, да? Угу. Который вы поднимали тогда в подвале во время миссии? Нет. У меня один из двух. У меня тоже один. У меня нету. Ты не поднимала? А ты не поднимала? Я поднимала. Очень интересно. А, нашел какой-то крейт. Но есть еще weapon crate, да. Вот он, короче. Или это арма? Рядом. Нет, weapon. Ну, у меня два из двух. Тоже. И это за счет подвала. Это точно за счет подвала. Ну я вроде поднимала. Может, еще раз поднимала?
Может, еще раз туда сходить? Я просто схожу. Да, надо сходить в подвал. Не быть только где он? Да, ну, хорошо. Я... Короче, в том доме я метку поставил. За ним. За этим домом подвал. Ничего. О, красный сундук наверху. Где мы с тобой? Я надеялась. А тут еще, кстати, есть сундук. Gear Crate. Ага. Но к Weapon Crate все равно надо сходить. О, Heavy Duty, этот какой-то там кусок. Внизу Gear Crate, да? Внизу Gear Crate. Вот метку поставила. Так, и наверх надо как-то залезть теперь. Ага. Ай! Козёл, я в инвентаре сидел. Козьёль, да? Вообще. Это этот... Камикадзен? Угу. Камикадзена и не такие, да, могут. Так, Heavy Duty штаны, ух ты, готовы. Так, осталось перчатки и ботинки. А что он дает-то, этот сет? Максимум ХП, урон этих элементов. А после убийства врага увеличивает скорость передвижения. И элементальный урон. Uh-huh. И в радиусе 5 метров... Да, зачем это пропало? В радиусе 5 метров все враги... А, короче, когда вокруг меня много врагов, каждый враг дает мне damage reduction. Я должен врываться в толпу врагов и меньше получать урон от того, что вокруг меня много врагов. Это неплохо. Так, я думал, что я нашел вход в подвал, но я не нашел вход в подвал. Вы нашли вход в подвал? Я не у подвала. Овля сказал, что он где-то за вот этим зданием. Я тут, но его тут нет. Подвала. Сейчас, он здесь должен быть. Вот я точно нашел его. Нашел. Да, вот. Вообще в другой стороне. Я все равно спущусь в подвал, просто вдруг что. Но Оле нужно точно. Ну, видимо, все-таки то, что мы собираем. Там что-то есть. Даже у меня. Хотя вот этот вот ящик я вроде собирал, Storage Crate. Да, вот он, Weapon Crate опять. То есть мы с тобой умудрились собрать один и тот же Weapon Crate дважды? Два раза, хорошо. Мне нравится, а можно три раза? 5, 12. Вот, а этот проклятый ворон говорил то, что поторапливайся, беги. Урод. Он работает на Розетту, я тебе точно говорю. А эта девочка в итоге Мицука станет финальным боссом. Да, все так. Убить, кстати, дворецки. Банально как-то. Ну, что поделать. Так, вот мы выбрались. Отлично. Отсюда мы начинали наш путь. Пойдем анчор активируем. Да, якорь нужен. Оля нашла Weapon Crate?
Да, но я его собирала. Ну хорошо, значит еще раз соберешь. Да. Я не знаю, почему его пометила. Не пометила, а вам пометила. Так, season goal. А... Ну и ладно. Exploration. Выполнить 10 коммунизмов. Хорошо. Какая противная тут местность на виноградниках. Прям забор на оградке. Оградка на калитке. Калитка на воротах и так далее. Так, якорь. И эта локация у нас закрыта. Отлично. Сороковой уровень. Здравляю. Спасибо. Здравляю. Так, ну тут вроде больше ничего нету. Что в ближайшей местности? Тот квест синий мы смотрели. Но в принципе получается, нам надо в город возвращаться. Да? Да. Домой мы не пойдем город... дальше города защищать, чтобы открыть блипринты. Так, мы потихоньку их будем защищать, Оля. Мы ну, просто ладно. Вернемся, квесты сдадим и пойдем дальше зачищать их. Что? Домой? Ты домой хочешь? Ну давай ну, сходим, разгрузимся. На самом деле, да. Разгрузимся, будет неплохо. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья – это главное.